прошлом сезоне Смолин трижды забрасывал, до этого еще выступая за Нижегородская Торпеда. Две, ну, в общем, всего 11 шайб у него в континентальной хоккейной лиге. Витязь на эмоциях побежал вперед и на пересменке сейчас едва не ловит подмосковная команда соперника. Момент, бросок, Аликин спасает свою команду после броска Ларичева. Шайбу забросил Михаил Смолин, номер 38-й, с передач Кирилла Ляпина, номер 31-й.